Солнечная погода – один из ключевых моментов при соблюдении технологии ямочного ремонта. Пока нет дождей, работники дорожного управления стараются использовать время по максимуму. Действуют по нескольким направлениям. В настоящий момент струйно-инъекционным методом мы уже сделали порядка 3800 метров квадратных, горячим асфальтобетонной смесью более 8000. С сегодняшнего дня усиленными темпами мы переходим на восстановление верхних изношенных слоев асфальтобетонного покрытия. Советский район, улица Бежецкая. Там, где неглубокие трещины и выбоины, используется технология струйно-инъекционного ремонта. Этим специализированным прицепом Брянск обзавелся в прошлом году. Производство отечественное. Удобно, быстро, экономично, говорят специалисты. Повреждения очищают, моют струей воды, просушивают. Затем поверхность обрабатывают водно-битумной эмульсией. Засыпают мелким щебнем и еще раз пропитывают эмульсией. Ремонт первоочередной, это проводится, конечно, первой категории дорог. То есть это магистрали наши, так называемые, как мы их называем. То есть это станки Димитрова сейчас, да, проспект Ленина, Дуки, что в советском районе. Другая история по улице 22-го съезда КПСС в Бежецком районе. Здесь неровности ощутимее. Применяется классический ямочный ремонт. По поврежденному участку проходится фреза. Яме придают прямоугольное очертание. Очищают от пыли и крошек. Затем знакомая эмульсия. Она куда удобнее простого битума. И горячая асфальтобетонная смесь. Мы производим такое количество ям, чтобы можно было произвести за укладку за одну рабочую смену. Чтобы не оставалось в ночь, не оставались у нас ямы. В случае, если форс-мажорное обстоятельство какое-то, мы дорожные знаки вешаем в местах, где производилась зарубка асфальта. Перемещаемся в Володарский район. Местами по улицам Пушкина и Абашева выбоины трещин больше, чем самого асфальта. Обычный ямочный ремонт не подходит. Изношенный участок восстанавливается полностью. По восстановлению мы пойдем по улице в Бежецком районе. Эта улица у нас будет 50-я армия. Это молодой гвардии будет, вокзальная. На Фокинском районе сейчас в данный момент работа на улице Уральской. Вот. Восстановление будем еще определять тоже по мере как бы проходимости и износа тех или иных дорог. Всего за время строительного сезона в Брянске ямочный ремонт дорог сделают на площади более 30 тысяч квадратных метров. Восстановят 45 тысяч метров изношенного асфальтобетонного покрытия. Отремонтируют около 2500 квадратных метров тротуаров. Если позволит погода, завершить все работы дорожники планируют до конца июля. Екатерина Карманова, Максим Кузнецов, события Брянск.